Экскурсия по юстиции. Необычное мероприятие организовали для студентов сотрудники органов юстиции. Бек Абдинов подробнее. В рамках празднования Дня юстиции Департаментом юстиции для карагандинских студентов организована ознакомительная экскурсия. Молодые люди узнали об особенностях работы сотрудников органов юстиции. Востребованная и одновременно нелегкая работа, требующая безукоризненные знания законодательства. Учащиеся говорят, что усилия, затраченные на приобретение образования и опыта работы, с лихвой окупятся на поле профессиональной деятельности. Все это мы делаем в рамках для того, чтобы развеять стереотип, что профессия юрист – это не только адвокатская деятельность, да, а защита интересов граждан.